Включите микрофон. Да. Добрый вечер всем. С вами Universe Soul. Для вас поет Искра. Сегодня будет авторская музыка. Будут хиты. Я вижу детей в зале, это очень хорошо, потому что дети из мультиков тоже будут. Павел Семилетков у нас сегодня на гитаре. Алексей Минеев на саксофоне. Saxophone Choir. Викентий Ровдас на барабан. Немного детской радости сразу. Наш перформанс, наше шоу. Я всегда вожусь на краю и спокойно в сна засыпаю.
Thank you.
хочу представить нам вам еще одну нашу чудесную вокалистку Екатерину Лопанову. Впервые в этом составе. Сейчас мы обратимся вглубь нашей внутренней природы. Песня посвящается ей. И она так называется «Она». Thank you.
она приходит к нам, шумно и внезапно, ступая с избранным. Руками, но руки ты во мне.
Take it up, 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 take
Thank you.
Посетим детская песня боль. Ивана Акатова, прошу на сцену. И сейчас очень известный соул-хит, который исполняла знаменитая Эми Уайнхаус в свое время. Вот. И называется он «Валери». И наша Катя сейчас как раз исполнит эту песню. Oh,
Thank you.
Спасибо, Валера. Thank you.
Зовем на сцену Лешу Иваненко, Алексей Минеев, Иван Катер. Соло на басу играл Денис Петухов, Пик. Thank you.
Thank you.
хотим позвать еще раз Алексея и Ивана. Сейчас полным наконец оставим. Полным. Песня под названием «Вечно быстрая». Thank you.
Thank you.
Ну, на этом мы откланиваемся все-таки. Вот. Даже больше ничего играть мы не умеем. Спасибо большое. А так вообще, если вдруг чего, еще один мой проект в субботу будет так называемый ЕКЗ, еврейское культурное заведение в Соловьевской, в Марьиной Роще. Вот, ну, смотрите в интернете, на моих стенах, в соцсетях, послезавтра, 25-я суббота. Вот, там будет программа, скорее, больше джаз-фьюжн, больше инструментальная музыка, чем песни. Но песни из мультфильмов тоже будут немножко другого. Спасибо.